В Алматы специалисты продолжают проводить масштабную разъяснительную работу по внедрению обязательного социального медицинского страхования. Сегодня в одной из городских поликлиник врачи рассказали пациентам о преимуществах новой системы. Недавно медучреждения открыли новое детское отделение и реабилитационные кабинеты. А вот какие инновационные методики лечения в них применяют и доступны ли они в рамках УСМС, выясняла Дина Жанабекова. Проводить беседы с населением о превосходстве медицинской страховки персонал поликлиники начал с раннего утра. Но перед этим заботливые медсестры обследовали всех пришедших тепловизорами. Это дополнительные меры предосторожности для профилактики коронавируса. После проверки пациентов направляли к специальным терминалам, с помощью которых регистрировали новоиспеченных участников ОСМС. Мы определили статус почти 3000 человек, зарегистрированных в нашем районе. После этого прикрепили к медучреждению. Также в прошлом году к поликлинике было прикреплено свыше 9000 пациентов. При этом около 5000 человек было зарегистрировано через портал электронного правительства. Сегодня к медицинскому учреждению прикрепили почти 40 тысяч человек. Совсем недавно в стенах поликлиники открыли детское отделение. Особый уход за маленькими пациентами в нем ведется с применением лучших мировых практик. Например, так называемое универсальное патронирование. Эта система медицинского наблюдения позволяет ускорить процесс предоставления медицинских услуг социально уязвимым категориям населения. Участковые врачи-сотрудники охватывают те семьи, которые женщина, когда становится на учет по беременности, с 12 недель, с этого периода уже идет патронирование. Здесь выявляются те социальные аспекты, что какой семье, допустим, материально низкое положение, какие семьи неполные, многодетных матерей. В поликлинике предусмотрен полный перечень бесплатных услуг, предусмотренных обязательным социально-медицинским страхованием. Все отделения оборудованы новейшими технологиями. Этот инновационный аппарат называется «Биоптрон». Он является универсальным, так как позволяет лечить не только все виды респираторных и кожных заболеваний, но и оказывает противобактерицидные действия. Оборудована поликлиника и реабилитационными кабинетами. Для тренировки каждой группы мышц тут применяются отдельные тренажеры. Ну а для лечения тяжелых заболеваний местные специалисты используют уникальную технику кинезотерапию. Такая методика позволяет восстановить костную и мышечную системы человека при помощи усиленных спортивных нагрузок. Первые 10 дней проходит адаптацию, потому что человек должен привыкнуть, тело должно привыкнуть к нагрузке, потому что кинезотерапия там есть по шейному отделу, по грудной отделу, грудно-поясничный отдел. По отделам разные нагрузки, разная методика. Поэтому индивидуально занимаемся. Также в реабилитационном отделении оказывают полный цикл постоперационных услуг. Получить их участники системы медицинского страхования могут совершенно бесплатно. Дина Жанабекова, Гани Калуов, телеканал «Алматы».